Город Краснодар, апрель 2014 года. Кубок России по бодибилдингу «Самсон 37». Я Александр Тимошенко, портал Islab.ru и... Hard Muscles, Алексей Денисов. Hard Muscles — это такое, что это такое? Команда, это... наименование, что-то еще? Это команда Hard Muscles, команда атлетов, которые делают хорошую форму. Леш, мне очень приятно слышать это название, но мой другой вопрос будет немножко совсем в сторону. Скажи, пожалуйста, доволен ты результатом своих выступлений на сегодняшний день? Форма была отличная, все, что мы запланировали, у нас получилось. Мне самому очень понравилась форма, и мы ее еще доведем до чемпионата Европы, который пройдет вот совсем скоро, через 2 недели в Испании. Вот многие говорят, что твоя форма была, если не идеальной, то близкой к идеальной. Ты очень многим понравился. Как ты считаешь, они льстят тебе или это так на самом деле? Как мне кажется, у нас все получилось. Свои ошибки я знаю и постараюсь их исправить к чемпионату Европы. То есть ты уверенно двигаешься дальше, правильно? У тебя есть цель. И следующая цель, я так понимаю, еще будет после чемпионата Европы? Или пока нет, ты не можешь сказать? После чемпионата Европы я хотел бы попасть на Мистер Олимпию, на любительскую, которая пройдет в Праге. И я обязательно на нее поеду. То есть мы все дожмем и сделаем отличную форму. Мы — это кто? Мой тренер Александр Тимошенко и я, Алексей Денисов. Итак, для читателей, почитателей, слушателей портала Islab.ru, я Александр Тимошенко и мой ученик Алексей Денисов. Всем привет, всем всего хорошего.